сценария последнюю карту, там, какая вышла-то. 8-1 босса. Новый. Вот, мне лень записывать, поэтому вот наслаждайтесь геймплеем корейца. Наверное, китайца, не знаю, кто это. Жалко, А у что в него плохом пушки нет? разрешении. Ну, да, какой есть. Ну, скажи спасибо, что он не в ТикТоке. Блин, да лучше в ТикТоке тогда. ТикТоке. Не, мне лень был записывать, поэтому... Наслаждайтесь геймплеем. Так, что у нас с чатом? Может, читаем? Эти ваши вопросы, как вам вообще? Текстурка поезда. Чувствуешь, что в 21 году я делал? Нет. Хотя сейчас уже 22-й, господи. Ну, карта, кстати, не такая длинная, как я думал. Вот, смотри. О! Сценки. Кто это? Новый Чувак, персонаж. я вам спойлерю, это Рид, сука. Рид, сука, ее зовут. Сука. Рид, да. Сука. Рид, сука. Спойлер. Слушай, озвучка что какая-то бах. Прикольная. Анимешная. Контейнер упал. Ну, слушай, они хотя бы сценку добавили. Мне Я что-то нравится озвучка помню. Ее. Аниме? Не. Она не как у других. Но она корейская. У нас будет, скорее всего, какая-нибудь английская душная озвучка. Чувак написал: здравствуйте, удачного стрима вам. Сегодня вы будете по хай-сценарию зомби. Вот мы проходим. Играем очень круто. Нам да, мы очень будем проходить. нравится. Нам очень нравится. Это новый сценарий. Сейчас мы пока же сделаем обзор на новый сценарий. Будущий. Аналитика. Пока что ничего не понятно. Ну, шкафы ломать. Классика. И вышки. Ну, он, походу, самый легкий режим выбрал. Ну да, чтобы по-быстрому записать все. Компуктера. А, помнишь, ты говорил, что типа надо башню защищать? Ты был прав. О, и чё, летающие танки? Летающие эти дроны из зомби, не зомби сценарий, как он, сценарий люди, нифига не. А что они здесь забыли, интересно? Что-то, кстати, склейка была, ты видел? Нет, обовался. Не заметил. Склейка хитро. Хитро он это придумал. Ну, может, отвлекся. Вот, кстати, еще новый персонаж появился сейчас на экране. Да-да-да. Прикольно. Мы будем чуть попозже это обсуждать, более подробнее. Такие пирожки. Про новых персонажей. Какие-то лазеры из Resident Evil, что ли? Давай хоть сюжет почитаем. Сейчас я открою. Да, давай, а то что-то непонятно ничего. Ну ты вроде читал. Я уже все забыл. Сейчас.
Так, перевести. Давай с корейского здесь переведу. Первая глава зомби-сценария, сезон 8. Предстоящая угроза. Так, Дэвид Блэк и Эрик узнают правду о Джерарде. И формируют новую команду. Как новый член команды, они решают завербовать человека, который в прошлом взрыве в лаборатории... взорвал, короче, в лабораторию Рекса. И намерен найти его месторасположение. По своим следам они прибывают на заброшенный военный завод. Дэвид пытается войти на завод, чтобы обыскать завод по производству боеприпасов. Но когда боль Эрика вернулась... Боль Эрика, перевод крутой. Они решили отдохнуть. Но Дуглас наблюдал за ними и посылает охотников, чтобы уничтожить их. В принципе, сейчас увидим это в сюжете. Отразить внезапную атаку врага, благополучно добить до цели. Вот цель задачи. Подсказка. Пройдите игру с помощью информации руководства. Отображаемая на карте. Отмечены буквы Е. Если вы нажмете на клавишу Е, указано, что это будет работать. О, а вот как раз и босс. Вот он. Дуглас. Наверное. Вот сверху на экране там были новые персонажи показаны. Вот опять. Да. Еще стенку пропустил, интересно. Ну ладно, пока читал. Думаю, вы ее видели. Слушай, много диалогов есть, даже весь перевод диалогов. Давай тебе скину, я нашел перевод диалогов. Угу. Будешь читать, это очень много. Я не люблю просто читать, это отстой, я считаю. Ну, потом, может быть, после видоса. Ну, давай. Ну, смотри. Так, давай тебе скину, наверное, ссылку. Либо можно сейчас заблюрить. Не, давай досмотрим уже после видос. Да, после видоса можно. Все равно время будет. Можем прямо открыть сразу и читать. Стенограмма, короче. Перевод стенограмма появился. А сейчас, может, кратко почитаю вообще. А все уже, да, наверное, закончится. Еще 2 минуты. Еще один босс будет. А, это мини-босс был. Вот сейчас сценка будет интересна. Спойлер, я уже смотрел. Ого. Довольно-таки эпично. А, ну вот, да. Мы в прошлый раз считали, как его убить правильно. А вот когда он в воздухе, надо стрелять. Там по красной зоне. Диалоги, кстати, прикольные. Эй, консервная банка, я разговариваю с Дугусом. Я спойлерю тебе. Ну слушай, прикольный сюжетик, я тебе скину. Читаю, выберу. Он только сейчас появился, я прям в онлайне это увидел. Но я так понял, что она антагонист. Типа против нас. Ну да. Ну это как-то странно. То есть, по сути, она же взорвала лабораторию, или не она была это. Я так не понял по сюжету. Наверное, все-таки нет. Так, все. Угу. А, что там, диалоги сейчас будем? Блюри. Блюри, да. Диалоги надо посмотреть. Ты не заблюрил? Ты не заблюрил? Заблюрил. Ты не заблюрил, собака, блядь. А, заблюрил? Молодец. Просто я же смотрю у себя. Подожди. Где?
Вот. Википедия. Да. Теперь можешь отключать блюр. Так. Ниже, 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 да? стенограмма. Вот, да, вот он, вот он. Вот это. Как твои дела? Отдохнув некоторое время, боль пришла, и я была в хорошей форме. Удачи, пойдем, пока не стало еще хуже. Хуже. Да, Вот, да, можем ли можете мы сделать сделать. это с человеком, с которым мы собираемся встретиться? Конечно. Человек, который в прошлом взорвал лабораторию Рекса. Я думаю, что одной лодки было бы достаточно. Так. Зомби. Да, мне нужно быстро уйти отсюда. Эрик, вход на платформу. Поезд заблокирован. Блок питания отключено. Мне нужно найти блок питания и заставить его работать. Во, кстати, почитай про Рицуку. Вы крысы, Рицуку. вы ублюдки, которые потревожили нас. Я уничтожу тебя. Взорви экран, чтобы крысы не смогли убежать. Вы крысы в яде, где вы ни были. Ой, не боролись. Не Мы должны боролись. покончить с этими крысами. Агент Н, иди и Икс, агент одичай. Икс. Теперь вот крутой. Иди и беги. А, да? Иди и беги. Беги. Блин. Черт возьми, как тут Рицука? Все дороги заблокированы. Он полностью в осаде. Я пытаюсь найти обходные пути, предварительно устранив препятствие. В Окей. заборе есть боковая дорога. Хорошо, давай ползти. Ха-ха, я чуть не застрял на дороге ни за что. Блэк, опасная ситуация, какое ожидание нападения. Это башня Дождь. связи. Тогда где-то поблизости должна быть диспетчерская связь. Мне придется попросить доктора Соя о помощи диспетчерской. Здесь был диспетчер связи. Это работает. Частота экстренной связи доктора Соя такова. Это Дэвид Блэк. Пожалуйста, ответьте. Дэвид Блэк. Приятно познакомиться, Виктор. Командер. Генерал Виктор, мы попали в засаду. Просьба о помощи. Налет? Боже, подожди немного, я найду способ. Запустить таймер, Виктор Бз Дэвид, я взламываю завод дверь, так что поторопись еще немного. Дэвид Блэк, я ничего не могу делать, Эрик, держись. Эрик, ха-ха, я делаю все возможное. Виктор, еще одна хорошая новость. Через мгновение вы можете присоединиться к подкреплению. Дэвид Блэк, подкрепление. Это хорошая новость. Виктор, друг, который работал со мной в прошлом. Виктор, похоже, он слежал объект, связанный с Кроносом. Виктор, взлом фабричной двери скоро будет завершен. Тогда и увидимся. Дэвид Блэк, я с нетерпением жду встречи с вами в ближайшее время. Ты в порядке? Меня зовут Доминик. Вы Виктор, это. Виктора? Да. Когда-то я работал с генералом Виктором. А, человек рядом с тобой. Он тебе знаком? Ты знаешь меня? Меня зовут Алин. Алин, это идол Алин? Как ты можешь быть в таком месте, как это? Было бы лучше объяснить это после переезда. Триггер внутри фабрики дронов. Доминик, кажется, водохранитель перегорел, пока работала охрана фабрики. И так, как? Вокруг должно быть предохранители. Хорошо, найдем вместе. Али. Ну, кстати, вот уже да, как раз еще новый перс. Да, диалог. Да, Интересно. вот она, красивенькая. Триггер внутри фабрики дронов. Я слышал, Викторс выследил объект Кроноса. На самом деле я и мисс Алин жертвы проекта Суперсолдат. Кронос проект Суперсолдат. Я выслеживал их, чтобы отомстить. Жертва проекта Суперсолдат. Зачем они это все повторяют? Суперсолдат. Да. Вы, ребята, Кринж. должны быть много работали. Чтобы больше не было таких жертв, как я. Я путешествовал по всему миру, разрушая объекты Кроноса, судить Кроноса и раскрыть правду. Но здесь опасно. Нам лучше еще немного продвинуться. Триггер выхода из фабрики дронов. Доминик, еще немного, вы можете уйти из завода. Дэвиду Блэк, Эрика, как дела? Ален, ты выглядишь очень нездоровым, Эрика, что? Это все еще хорошо. Вперед, продолжай. Так, промежуточный триггер. Риску, что проделать весь этот путь? Ты настойчив. Риску, но я прикончу тебя этим суперсолдатом. Парень, что это?
Дэвид Блэк, суперсолдат человеческое оружие Дугласа. Ален, суперсолдат Дуглас. Дэвид Блэк, сначала мы с ним разберемся, а потом поговорим об этом подробнее. Так, обработка посредничества. Она убежала. Доминик. Суперсолдат. Дуглас, в чем дело? Дэвид Блэк. Настоящий Дэвид владелец... Блэк. Настоящий владелец Кроноса Дуглас Джейкоб. А Дуглас занимался проектом Суперсолдат. Эрика – одна из жертв Дугласа. Алин, я не могу тебя простить. Я хочу судить Дугласа, что бы я ни делала. Доминик, нам лучше сначала убраться с фабрики. Смерть босса. Ну, как раз вот последний финальный диалог. Риск, эй, консервная банка. Я разглагольствовал Дугласу. Риск, отступаем. Эрик, уф, они все отступают, Эрика. Теперь мы должны спросить человека, который взорвал лабораторию Рекса. Доминик, кто взорвал лабораторию Рекса? Вы слышали слухи? Ален, королева наемников, здесь ты найдешь подсказку. Ален, я провожу тебя к наемникам. Ну, в принципе, вот такой вот сюжет у нового сценария будет. Да, то есть мы здесь... Сразу можем поспорить, что будет два новых перса, но мы сейчас обсудим чуть подробнее об этом. Да. Одного, кстати, следующем. Вы можете видеть вот здесь вот. Да. Там еще один есть. Увидишь. Тоже. Два новых. Так. Ладно, давай. Короче, там лайки, подписка, да. Все. Всем пока.